И продолжая блок сильных представительниц слабого пола. Бокс – это еще и красиво. Такой слоган дан первенству России по боксу среди женщин, которое пройдет впервые в Бурятии. Знаковые для республики соревнования пройдут в марте этого года. Более 200 спортсменок со всей страны будут биться за медали. Ну и, конечно, особая поддержка понадобится нашим спортсменкам. Уважаемые любители спорта, что только поддержав наших девушек, узнав их лицо, придав им свою энергию, мы можем надеяться, что наши спортсмены могут участвовать на чемпионате Европы, мира и на Олимпийских играх. Предстоящий чемпионат по-своему поддержали популярный рэп-исполнитель Алдар Дугарон и известные красавицы Бурятии. Они устроили креативную фотосессию, в ходе которой сами вышли на ринг. Мы болеем за наших, болейте и вы. Бокс – это сила, бокс – это красиво.